Здорово, рыбаки! Привет! Сегодня в гостях мой добрый друг Угнюс. Мы находимся на Кавновском водохранилище, плывем в намеченное место рыбалки, а оттуда сообщим, какова же цель нашей сегодняшней рыбалки. Вперед! Первый якорь и немного о цели нашей сегодняшней рыбалки и о том, что мы здесь сегодня будем делать. Наша сегодняшняя цель, безусловно, будет судак и окунь. И ловить мы будем двумя способами. Первым способом используем мелкую приманку, так как есть такая теория, что ранней весной, или как сейчас, не столь ранней весной, но все же весною, судак охотнее хватает мелкую приманку. По крайней мере, в прошлом году так было. Посмотрим, утвердилась ли на самом деле эта истина. И вот Угнюс будет ловить на четырехдымовочных рок-вейп-щат рейнс селекошках. И на 3,5 дюймов G-Tail Saturn селекошках. Я же попробую на более традиционную резину для судака, то есть Fat Rock Wave Shad Rinse. И вдобавок хочу порадоваться и представить, что наконец-то производитель Rinse пополнил и очень расширил гамму именно Fat селекошек. Новые цвета впечатляют. О них во время рыбалки и после первого улова. Теперь сегодняшнюю рыбалку я начну именно с мелкой приманки. А потом будет видно. Если клёва не будет, буду укрупнять, отягощать головы и будем пробовать приманить окуня и судака Кауновского водохранилища. Начинаем эксперимент. Что больше всего подходит в этом году судаку? Или мелкая приманка, или резина традиционного размера. Первый красавец окунь. Кауномариус рис. Штай. Вот мой любимый цвет. Гуляй. Вот наконец-то нашли заводь, где глубина 3-4 метра. Но окунь пока что держится мелко. После нереста еще не залег в ямы. Понял, что.
Супер. Ушел. Вот мерзавец. Вот так бывает. Такое случается, когда не выдерживаешь. Из-за большой радости. Какой большой был. Как я уже упоминал, сегодня буду ловить двумя способами. Угнус больше нацелен на приманку меньших размеров. Я же, вначале поймав несколько окуньков на меньшую рейнс или кошку, перейду к новинкам, появившимся в этом году. Сама модель не новинка, но просто по-настоящему потрясающая расширенная цветовая гамма именно Fatrock Vape Shad 4-дюймового размера. О них немного позже. Покажу, какие действительно впечатляющие цвета появились у приманок для судака и для щуки. А вот этот красавец плывет на свободу. Итак, делаем в рыбалке передышку. Как говорил в начале, ознакомлю с новыми цветами Fatrock Vape Shad, силикошек, 4-дюймового размера. Сегодня я чаще макал этих. Они более крупные, чем их братья. 4-дюймовки Rock Vape Shad, либо GTL Saturn. И мы с Угнюсом исследовали, какие именно приманки милее судаку после нереста. Пока он еще не суперактивный и не очень-то гоняется за какими-либо крупными приманками. Предварительно можем сделать такие выводы, что охотнее хватал мелкую приманку. Итак, появились вот такие поражающие своим цветом резины. Я действительно очень рад, потому что именно такого размера окраски и не хватало. Они были каких 8-10 цветов. Теперь же выпущенная целая гамма. Прям не знаю, около 30 разнообразных цветов. И действительно, резина для судака, разумеется, съедобная. Запахом, который ходит в состав приманки. Она не намоченная, но сама из себя уже с запахом и вкусом. И не нуждается в опрыскивании или других методов для дополнительного тонизирования. Судак особенно их любит. И мы, думаю, действительно еще покажем в своих передачах, как охотно хватает эту резину судак, когда он станет более активным. И когда погода разогреется, станет питаться рыбой более крупной. Именно более поздней весною, а также летом и осенью. И не только судак, Саулис, но и щука. И окунь, и щука, о ней уж мы и не говорим. Именно таких цветов не доставало. В прошлом году был меньше выбор окрасок, так что теперь уже полный выбор, целая гамма. Пожалуйста, полная сумка разнообразных цветов. От пригодных для щуки оттенков до агрессивных для судака. Вот таких. Не знаю, передаст ли камера, но когда ее покручиваешь, она выглядит зеленоватой, как мох. Когда поворачиваешь, она меняет цвет на синеватый и тем самым привлекает судака. И именно все, что я поймал на крупную приманку, поймано на приманку такой окраски. Немногие рыбаки знают, что для судака очень важно подобрать цвет силикошки. Да, и надо иметь много. Если хоть еле-еле заметный оттенок, и все. Очень заметное различие. Если только у тебя такого нету,
ты свободен. Ну и, разумеется, большое внимание хотим уделить гораздо меньшим резинам. Если смотреть на длину, четырехдюймовка Rock Vape Shot той же длины, но она более тонкая, гибкая, и на сегодня для судака она милее, потому что судак, как и говорил Угнюс, по весне выбирает рыбу более мелкую. Да, и, конечно, просто разнообразные цвета и размеры. На самом деле еще более широкая гамма цветов и оттенков. Особенно всех, может, и не надо иметь. Но любителям ловли судака, особенно в таком водохранилище, действительно советую более агрессивную окраску. Нами же проверено, и мы знаем, что это действительно работающие цвета. Да, также и оранжевые. Действительно, обратите внимание, новые цвета. Они впечатляющие. И все это сделано в Японии, по самым высоким технологиям. Конечно, показались еще и другие. Кто-то пытается копировать или делать что-то похожее. Просто всегда были попытки копировать что-то подобное. Но всегда ли это делалось правильно? Это еще очень большой вопрос. Так что советуем целую гамму Reins и думаю, что с ними нас сегодня ждет еще много красивой добычи. Так точно. О, есть. Ага. Держишь? Из-под лодки. Опа! Люкс! Блеск. Красивые экземпляры. На таких маленьких силикошках. Просто супер. Рыба пошла. Это заметно. Уже в который раз приметил, что как только погода меняется, а теперь чувствуется, что приближается буря, судак клюет один за другим. И такое бывает. Опа! Опа! Саулюс, еще один вблизи от лодки. Хватит шутить. С гибким удилищем. Да уж, красивый стандарт. Клево. Супер. Давненько уж на этих водах не ловились такие. Думаю, что придется мне переходить на микроджик. Смотри, как жадно проглотил. И не угадаешь, на новую Berkeley резину. Так вот, взял я коробку у Угнюса, потому что на самом деле стало любопытно, какую приманку действительно он там держит. А я знаю, какую приманку он использует. Так что хочу и зрителям показать, чтоб не было никаких секретов, и что ни одну Reins мы употребляем. Но и новинка от Berkeley Flex имеется. Это новшество на самом деле и каждый рыбак в этом году сможет попробовать на практике. Саулюс, ты сам видел, что оно оправдалось. Я уже как-то раз говорил зрителям, мы имели в прошлом году из выставки FTEX привезенные 3 силикошки. И уж очень этот цвет завлекает судаков. 10 судаков и нет резины. В этом году, как погляжу, у тебя собрана практически вся гамма. Их оттенков, насколько мне известно, немного, но все цвета совершенно правильные, то, что надо.
И впрямь немного, но все работающее на все 100, все уловистее. Да. На сей раз, я думаю, мы не будем распространяться. И в самом деле, потому что рыбаки, думаю, только увидев эту резину, сразу и поймут, что все совершенно правильно. Хорошая форма, гибкие, мягкие, хвосты отлично вибрируют. Само собой разумеется, они тоже имеют определенный вкус. Что можно сказать? Американцы и японцы — одни из лучших в мире. Даже, можно сказать, лучшие производители резины. Все же остальные пытаются равняться на них и что-то приблизительно похожее сделать. Но еще вкратце, очень коротко о лесках. Вот Угнюс ловит, и я себе сконструировал для ловли так называемым микроджигом. Такая там и микроприманка. 10 граммов джиголовка и леску нанофил диаметром 0.08 или советую диаметром 0.10. Просто не надо пугаться столь тонкой лески, потому что леска реально выдерживает вес и килограммового судака или двух, или трехкилограммового. Не составляет трудности вытащить с леской такой толщины. Хочу напомнить, что вот здесь, обратите внимание на упаковку, в блистере под шпулей находится инструкция, как правильно вязать узлы, чтобы леска не рвалась. Ну а так сказать, с необыкновенным джигом использую 0.16. Ну а так сказать, с обыкновенным джигом использую 0.16 старую добрую Fireline Tracer Braid, которая в этом году отличилась, вытянув одного из крупнейших в мире палтусов. Почти 200 килограмм. Достойная леска. Я никаких жалоб не имею. Опаньки! Искупала. Красивая, клевая была. Та самая новая резина от Беркли. В очередной раз сачок не понадобился. Мы гуманные. Что поделаешь? Главное, увидели. Даем рыбе шанс уйти. Обрести свободу. Клев слабый, я приклеился к компании Угнюса. Уменьшили приманку, и на сей день, правда та, что на Кауновском водохранилище надо использовать меньшую приманку. Каково будет через неделю-другую, не знает никто. Вот и более мелкие. Как уже упоминал, когда немного расцвело и клев понемногу стал утихать, нацепил твистер 3,5 GTL Saturn и, пожалуйста, небольшой судачок. Все в порядке. Теория оказалась верная. Убегает на свободу. Итак, клев идет за клевом. Совершенно из-под лодки. Даже при вертикальной ловле. Эхолот нарисовал немного рыбы под лодкой. Думаю, дай-ка попробую. И вот такие красавцы цепляются. Прямо один за другим. Так что в этих водах действительно начался клев судака и окуня.
Всем рекомендую шмегенте. Советую вам попробовать. Не разочаруйтесь. Как всегда, главное, следует выбирать правильный способ ловли, правильную приманку и очутиться в правильном месте. Как видите, дорогие зрители, погода начинает бушевать. На горизонте видна увесистая туча и Угнюс. Думаю, что пора нам сегодня прекращать свою передачу. Действительно, в чем сегодня хотели убедиться, в том и убедились. И выполнили, и действительно поймали рыбу. Все исполнили по плану. Вначале открыли окунем, а затем, как и намечали, поплыли ловить судака. Потом решили снова поймать окуня, и снова поймали. Окунем и завершили. Все отлично. Сегодняшнюю ловлю выполнили на все 100. Зрители видели сами, что следует экспериментировать. Мы специально провели этот эксперимент, чтобы и сами убедились. И вы бы увидели, что на Кавнусском водохранилище в это время года все же лучше мелкая приманка. Как уже я и говорил, само собой разумеется, через изрядных 2 недели приманку можно укрупнять. Но и от мелкой не следует никогда отказываться, потому как неясно, какими рыбами в это время года или суток питается судак или другие хищники. Спасибо тебе, Угнюс, за сегодняшнюю компанию. И правда здорово порыбачили. Что ж, встретимся в то же время через неделю. Пока. Всего.